И теперь о событиях дня подробнее. Сразу две школы региона попали в криминальные сводки. Одну, предположительно, подожгли, а на территории другой разгуливала женщина с обрезом в руках. Последний случай произошел в Ангарске. Подозрительную женщину прохожие заметили во дворе образовательного учреждения. Неизвестная вела себя неадекватно, делала резкие движения, при этом в руках держала самодельное оружие. Очевидцы вызвали полицию. Видео задержания попало в интернет. На нем можно рассмотреть женщину среднего возраста в очках и в камуфляжной куртке. Из расцветки верхней одежды люди предположили, что это сторож школы, однако странное поведение неизвестной опровергло версию. Известно, что когда дама с обрезом совершала прогулку, в школе находились учащиеся второй смены. К счастью, никто не пострадал. Женщину доставили в полицию. Мотивы ее действий пока не выяснены. Обстоятельства, при которых данное оружие оказалось у гражданки, и все необходимые обстоятельства, связанные с доследственной проверкой, в настоящее время проверяются, проводятся. Оружие изъято. Значит, опасности на текущий момент не представляет. Еще одно ЧП, которым сейчас занимаются в полиции, произошло в одном из сел Аларского района. Сегодня в 6:00 утра там вспыхнуло деревянное здание школы. Несмотря на то, что пожар смогли быстро локализовать, строение полностью сгорело, его кровля обрушилась. Пострадавших нет. При этом выяснилась интересная деталь. Согласно заключению экспертов, одна из основных версий происшествия – поджог. Возбуждено уголовное дело. За информацию, которая поможет в поиске виновных, полиция объявила вознаграждение. Образовательный процесс в селе приостановлен до понедельника. Затем занятия возобновят в две смены. Уроки будут проводить в другом, уцелевшем корпусе учебного заведения и сельской библиотеки.